Сегодня мы выучим легендарную песню Виктора Цоя «Пачка сигарет». Эта песня играется боем. Что такое бой на гитаре? Это не когда вы деретесь гитарами, а это когда пальцы вместо того, чтобы перебирать струны, играют просто одним как бы ударом все струны. То есть вы играете одним ударом по всем струнам. В пачке сигарет используется бой, который называется четверка. И в народе он уже получил название «Цоевский бой» или «Цоевская четверка». Он звучит так. Что очень важно знать, в бое есть правило, так называемое правило маятника. Это означает то, что ваша рука никогда, ваша правая рука никогда не имеет права останавливаться. Это как маятник в часах. Ваша рука всегда должна двигаться вниз, вверх, вниз, вверх. Мы играем вниз, вверх, вниз, вверх, но единственное, второй удар мы проводим по воздуху. Получается вниз, вверх по воздуху, вниз, вверх. Маятник работает. Вниз, вверх по воздуху, вниз, вверх. Вы можете очень хорошо отрабатывать этот бой, просто зажав все шесть струн пальцами. Легонечко, левой рукой. Получается вниз, вверх по воздуху, вниз, вверх. Вниз, вверх по воздуху, вниз, вверх. Быстро. И так далее.